На аллее погибших пехотинцев 30 новых деревьев. Именные березы и осины высадили на Пискаревском мемориале. Наталья Фирсова приехала из Москвы. Ее сын Сергей Фирсов – герой России. Посмертно. В 95-м году разведгруппа Тихоокеанского флота попала в засаду в Грозном. Сергей и все его боевые товарищи погибли. Они отстреливались в течение 4 часов. Потом, когда взяла, ни одного патрона, ни одного не было. Было израсходовано все. В теле моего сына насчитали 72 пули. Сегодня у Пискаревского кладбища прошел свой бессмертный полк. На табличках лица именно тех, кто защищал родину уже в современных войнах в Афганистане, Ингушетии, Чечне. Мне кажется символично, что эта аллея находится вблизи знаменитого Пискаревского мемориала. Это символ. Символ связи времен и поколений. За этой аллеей будет закреплена среднеобразовательная школа Калининского района, которая будет, безусловно, следить за каждым деревцем. Память о погибших войнах будет высечена и в камне. Имена морских пехотинцев и десантников появятся на гранитных досках, которые установят в морском соборе в Кронштадте. Произойдет это в День морской пехоты 27 ноября. Это была задумка еще прошлого года. И пока все согласования прошли, Министерство обороны, главкомат военно-морского флота, патриарх всея Руси Кирилл, то же самое, мы просьбу, пришло письмо, положительный ответ был. Аллея памяти морских пехотинцев и десантников появилась в апреле прошлого года. Тогда высадили 30 деревьев, теперь их уже 60.